Послание андромедианцев от 5 мая 2021 года. Великое пробуждение человечества. Здравствуйте, дорогие земляне! Сегодня нам хочется поделиться с вами последними новостями с тонкого плана и своим видением происходящих на Земле событий. Главная новость заключается в том, что небесная флотилия Аштара-Ширана одержала окончательную победу над армадой темных сил, которые в основном были представлены кораблями серых, покинувшими свои подземные базы на вашей планете. Таким образом, представители теневого правительства вашей планеты лишили своих главных союзников, и теперь единственной их надеждой на спасение являются подземные города, которые они долгие годы обустраивали для себя на случай непредвиденной опасности. Но сейчас, к их великому изумлению, такой опасностью стали для них люди, которых они всегда презирали и считали своими рабами. Уверовавшие в свою полную безнаказанность, эти нелюди утратили чувство реальности, а вместе с ним и осторожность. Продолжая действовать своими обычными наглыми методами, построенными на лжи и обмане, они не учли тот факт, что вибрации Земли уже иные. Поэтому сейчас у многих людей, которые сумели войти в резонанс с новыми вибрациями Земли, происходит естественное отторжение всего, что пытаются навязать им представители властей и средства массовой информации. Люди интуитивно чувствуют всю лживость их действий и слов. И наоборот, все, что идет из чистых информационных источников, не ангажированных властями, ими жадно воспринимается и отзывается в их душах и сердцах. Произошла та самая перезагрузка, о которой так мечтало мировое правительство, но свершилась она в совершенно неожиданном для них направлении. На самом деле сейчас на вашей планете происходит перезагрузка сознания людей на более высокий вибрационный уровень, который позволит человечеству совершить переход вместе с Землей в четвертое, а затем и пятое измерение. Что же касается планов мирового правительства по всеобщей вакцинации и чипированию населения, то подчинились ему в своем большинстве представители низковибрационных рас и цивилизаций, воплощенных в человеческих телах, а также молодые незрелые человеческие души, еще живущие по программам трехмерного мира. Сейчас на вашей планете наступил переломный момент противостояния светлых и темных сил, которая без сомнений завершится победой сил света, поскольку на их стороне правда, которая единственная способна войти в резонанс с новыми вибрациями Земли. Ложь, лицемерие, злость, ненависть, агрессия растворяются в этих божественных энергиях и вытесняются с вашей планеты, как отжившие свой век. И с каждым днем это становится все заметнее. Обнажаются все чудовищные злодеяния правящей верхушки, их звериный оскал, ненависть в их глазах по отношению к людям. Они уже не способны скрывать свои чувства за личиной приличия, за дежурными словами и искусственными улыбками. Их истинная суть выходит наружу. Иерархическая пирамида их власти рушится на глазах. Они уже не способны воздействовать на сознание чистых человеческих душ, омытых божественным дождем высоких вибраций. Великое пробуждение человечества идет полным ходом, и мы рады наблюдать эту величественную картину возрождения вашего сознания и вашего возвращения в лоно Творца. Мы с нетерпением ждем нашей встречи, чтобы поделиться с вами своим опытом и своими технологиями, чтобы принять вас в галактическое сообщество высокоразвитых цивилизаций как дорогих и долгожданных гостей. Мы очень любим вас и очень вами гордимся. Совет старейшин созвездия Андромеды говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт «Возрождение».